С вами профессор, и перед началом этого видео я бы хотел сказать, что у меня на канале скоро произойдет реконструкция, и я изменю совершенно все, даже возможно название. В общем, все, что у меня есть, я изменю, и у нас будет все немножко покрасивее, как бы получше, да? Вот. В этом видео я хотел вам рассказать, как легко и просто сделать так, чтобы ваш звук, который вы записываете с компьютера, записывался не только в один левый наушник или в один левый динамик, а сразу в оба. Это довольно распространенная проблема. Вот. Я ее много где замечал, и у меня она у самого было. Я нашел решение проблемы таким способом. То есть у меня OBS, но можно эту проблему решить совершенно на любой программе, то будь то это OBS, либо Nikam, или Fraps, там, ну, в общем, все, что хотите, да. В общем, ищите настройки в любой вашей программе. Ищите настройки аудио, но в OBS это настройки кодирования. Нажимаем настройки кодирования и видим, что у нас есть канал. То есть у вас будет установлен канал стерео. Может, он будет написан по-русски, но, скорее всего, на английском, да. Вот. Будет написан канал стерео, и вы должны будете поставить канал моно, после чего при начале запуска трансляции, видео, там, записи, да, у вас всегда будет звук в двух наушниках. Впрочем, это все, что я хотел вам сказать в этом видео. Надеюсь, вы подпишетесь, поставите лайк, прокомментируете этот видос. Ну и готовьтесь, скоро будет полная реконструкция. Надеюсь, я вас обрадую. Всем пока!